Добрый день, дорогие друзья! С вами Серафима Морозова. Я представляю наш канал «Здорово с нами», где мы вас знакомим с разными рецептами для лечения дома в основном. Сегодня наша тема будет приспособление для того, чтобы было легче дышать, особенно вот сейчас, вот с этой ситуацией с ковидом и с пневмониями, которые беспокоят многих. У кого есть аппарат Фролова, кто им пользуется, тренажер, те им могут пользоваться. Если у вас этого нет и нет возможности купить, тогда вы делаете сами вот такое приспособление. Берете обычную бутылочку, делаете здесь вот такую дырочку. Мы здесь нож нагрели ножом, расковыряли. Трубочка, и наливается водка. Крышку не выбрасывайте. Наливаете водки немного. И теперь вы должны не выдыхать, тогда все будет выливаться, да, а именно на вдохе. То есть вы вдыхаете. Вот так вот садитесь, грудную клетку расправляете, чтобы у вас было дыхание именно через грудобрюшную диафрагму, и начинаете вдыхать медленно. Немножечко задержали в себе это и выдохнули через рот. Вот как будто бы вы курите, да? И так вот делайте несколько раз. Это облегчает вам дыхание. Потом закрываете, чтобы у вас не выходил спирт. И каждый раз пользуйтесь. На ночь это переливаете или выливаете и пользуйтесь. Это для тех, кто задыхается. То есть пары спирта, водки в основном, они вам облегчат ваше дыхание. И можно пользоваться аппаратом Фролова. Тоже можно сюда налить немножечко водки, можно налить воды. Но аппарат Фролова, он у нас здесь работает по-другому. Можно пользоваться то, что есть здесь, да, можно снять это вот приспособление и делать напрямую. Здесь тоже самое главное, вы сидите ровно, даже можно лежа, кто лежит, например, да. Обязательно что-то нужно, приспособление какое-нибудь, чтобы вам было удобно. Вот на такой высоте, например, да, садитесь, воды там по дозам, кто знал, у кого есть инструкция, вот кто это покупает, у них все есть. Наливаете. Получается, здесь вы вдыхаете, естественно, медленно, и медленно-медленно выдыхаете. Можно не соединяться, то есть вдохнули носом, выдохнули, вдохнули, выдохнули. Но пользоваться тренажером Фролова нужно по инструкции. Инструкция, когда вы покупаете, есть. И это все вам поможет лучше дышать. Будьте здоровы с нами. До свидания.